Всем привет! Надеюсь, вы увидели предыдущее наше упражнение, и мы тему сегодняшнюю продолжим нависшее веко. Если не посмотрели, то обязательно вернитесь, посмотрите и обязательно попробуйте. И советую обязательно включить на свой еженедельный уход за кожей лица. Тема нависшее веко. Что для этого мы делаем? Работаем височными мышцами. Для этого берем пальчики, хотите тремя, хотите двумя, не имеет значения, как удобнее, так и прорабатывать. И начинаем глубоко мышцами прорабатывать и идти вглубь головы, под волосы и выше. Таких действий можно сделать 2-3 раза. Можете даже делать каждый день, прорабатывать височные мышцы. Здесь у нас, как правило, напряжение, поэтому мы расслабляем эту часть наших мышц. А я с вами была Резиля Валиева, владелица канала Афродита Гоза Эликсир Лара. Подписывайтесь, делитесь нашим видео своими близкими и не забывайте обязательно выполнять, действовать, включать свой еженедельный, повседневный, возможно даже, уход за кожей лица и здоровья.